Cine sunteți? Veterinarii am venit la Tigru. KitKat Senses. Have a break. Have a KitKat. Așa arăta o zi obișnuită din viața ei. Până în ziua în care și el a descoperit noul Dero 2-in-1. Cu cel mai intens parfum de până acum. Pentru rezultate garantate și mai multă bucurie împreună. Noul Dero 2-in-1. E unul pentru doi. Любовь – это те, кто тебе дорог и всегда рядом. Я знаю о любви все. Майонез – мечта хозяйки. Попробуйте новинки. Кетчуп – мечта хозяйки, томатный, шашлычный и острый чили. Синупред снимает воспаление и заложенность носа, разжижает вязкую носовую секрецию, предупреждает развитие осложнений. Это лекарство. Прочитайте внимательно инструкцию. Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic cel puțin 5 fructe și legume. Бархат. Надо играть в открытую. От вас нужна была только информация и слежку установить. Ну что теперь? Я ни на кого не работаю. Так ты мент или бандит? Я не знаю. Я чужой тут! Оставьте в покое меня все! Котенок никому не нужен? Я люблю котят. Вам не дам. Подполковник Маринец, уголовный розыск. Убита ваша соседка. У нее проломлен череп. Жизнь несовместима. Сергей не мог. У них были проблемы. Но он не убийца. Как будем брать? Элементарно. Не боитесь оказаться неудобным? Боюсь оказаться удобным. На вашем месте я бы выбирал выражение. Но вы же не на моем месте. Катя. Екатерина Геннадьевна. Папочка, я так рада, что ты пришел. Мама не говорила. До сих пор мне не можешь простить, что я от тебя ушла. А вы разве летом учитесь? А каникулы как же? Каникулы уже давно закончились. Уже пятая четверть. Влюбился? Что, дура, что ли? Emisiunea Puterea a Patra a revenit. După o anumită pauză, noi venim iarăși în casele dumneavoastră cu întrebări și atitudini la fel de corecte față de invitați, insistență cu tact, oaspeți de pe tot eșichierul politic, indiferent de culoare ori viziune. Așadar, eu vă aștept din nou la emisiunea Puterea a Patra pentru a înțelege de ce trăim așa cum trăim și poate astfel ne vedea și mândri. În fiecare joi, de la ora 20:00, Ну и кто это мог сделать? Сафрон, не переживай. Найдем самозванца, приду.